композиции Юрий Розанов и Василий Соловьев. Всем привет и переходим к делу. Ну что ж, матч начался. Как Денис Караденис? Хороший шанс до удара. Дистанция не имеет значения, потому что позиция требует удара по воротам. Тетиньо. Продольными передачами это зовут. После рикошета мяч оказывается за пределами поля. Пас в штрафную. Мартинс. Не смог точно пробить головой. Голова-то рабочая, но вот ее нужно прикладывать в правильном направлении. Русле, я просто. Дядю. Не надо останавливаться, надо атаку продолжать, потому что судейский свисток молчит. Мог бы свистнуть, испортил бы атаку. Георгиев. Хороший удар, плотный, жаль, только немного неточный. Хороший удар, но неточный. Счет на табло не изменился. И за боковой поглядим, как команда сумеет выбросить аут. И игра продолжится после введения мяча из-за боковой линии. Детиньо. Вот тут может... А вот удар! Шанс был великолепный, но вот этот господин умножил этот шанс на ноль. Судья на линии зафиксировал офсайд.
Георгиев. И близкий уже чужой. И... Хороший проход, и явно он нацелен на удар по воротам. Вот момент. Не попал. Я не верю, честное слово. После такого паса я просто не верю. Песню испортил, согласись, Вась, да? Буквально такую передачу запороть, а? Ну что ж, раз есть так игрок, который может делать такие передачи, может, и еще сделает раз. В следующий раз выгонит, а тоже будет прав. Ох, нарвался на желтую. Ну давай! Не удержал мяч! И игрок обороны выносит мяч за пределы поля. Да, я понимаю, что куда попало, но это и требовалось. Я пока не очень пойму, чей этот мяч. По-моему, пока он не чей. И вот он удар по воротам! Там теперь в порядке! Фланговая передача в штрафную. Мяч перехвачен защитником. И он отбирает мяч на фланге. Как Дениска Роденис. Вступают игроки в борьбу за мяч. Довольно жестко получается. Классика отбора мяча продемонстрирована нам. Господа. И мне казалось, что мне каждый расценил эпизод по-своему, а арбитр по-своему.
Кутиньо. Как-то уж очень спокойно, да, перекатывают мяч игроки в атаке. А что ж оборона-то дремлет? Как Денис Караденис. Георгиев. И как бы так не вышло, что хороший отбор вообще в минус команде пошел. Встречать его уже поздновато, потому что сейчас будет удар. Канунников. Уходит команда на перерыв. Единственный гол был забит в эти 45 минут. Подобный гол, мне кажется, в принципе, если от симпатии болельщиков дистанцироваться, очень на руку зрителям. Им будет чем заниматься. Есть что обсудить, потому что игра, судя по этому голу, только-только началась. И все-таки до конца защитник мячом не завладел. Получил, отдал, открылся. Закон футбола на коротке. Кутиньо. Выбит мяч из пределов штрафной. И мяч уходит на угол. Мяч в центральной зоне, перехват. Опасно! Утащил один удар, но может быть и второй. Редкий такой случай в игре, когда вроде бы мяч никому не достался и пространства много. Давайте торопиться, ребята. За боковую мяч попал, оттуда же и будет возвращен удар. Канунников. Кутиньо. Своевременный перехват, можно перевести дух. Как Денис Караденис. Здесь винить. Разумеется, это досадно себя любимого. Новый игрок готовится выйти. Пока не будем рассуждать, какую позицию он займет. В общем-то, сфера его интересов футбольно всем хорошо известна. Но, кто его знает, может у тренера какие-то определенные задумки.
видим мы борьбу. Хорошо позицию выбрал, встретил соперника довольно жестко и мяч там. Дельтиньо. И контроль мяча у чужой штрафной — это не только опасность. Спасает голкипер ворота, но придется еще ему стараться. Георгиев. Обратная передача. Очень уверенно команда себя чувствует на подступах к чужой штрафной. Но сил нужны и для того, чтобы сопернику не дать разогнаться. Вот новый игрок и появляется. Удар! И это гол! И это ничья! Прекрасный пас, отличный гол. Вратарь, сори. И обрати внимание, Вась, ведь побежал сразу. И это правильно, абсолютно. Да, поздравлять отдавшего этот великолепный пас игрока. Между прочим, вариант возобновления или наоборот продолжение атаки. Аут, чем хуже. Ударом с угла вратарской команды ведет мяч в игру. Свисток мы слышали. Сейчас посмотрим, что судья присудит. Ну что, идет второй тайм, ничья, замены. Посмотрим, как эти замены изменят игру.
напрашивающийся по штрафную. Отводит опасность по край. Вот шанс забить. Вратарь выручает команду, но мяч отскакивает и... Из-за боковой линии будут футболисты вводить мяч в игру. Подает штрафную. Канунников. Широко используя фланг, продолжает атаку эта команда. А было опасно. Или вернее сказать, точнее сказать, напряженно. Конечно, даром никто мяч не уступит. Дальше по бровке. Георгиев. Момент-то был опаснейший. Матч сегодня у нас интересный. Шансы есть у тех и у других, поэтому никого хоронить загодя не буду. Катится мяч, будто ожидая. Давайте, давайте, ребята, подбирайте меня. Георгиев. Идет игрок пока, по-моему, не нарушая правил, мяч забирает. Свисток арбитра, 90 минут игры позади, а счет равный. Одна из команд практически весь матч владела мячом, но так ничего сделать не сумела. Как вы думаете, почему? Не потому ли, что очень хороша была оборона соперника? Ну, есть такое мнение, но ведь здесь же еще несколько слагаемых успехов. Это и фарт, и слаженность нападения, тут и вратарь, опять же.